Друзья, приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы поговорим немножко о том, как открыть бизнес в Словении. Итак, что для этого нужно? Нужно выбрать юридическое лицо, собрать необходимый пакет документов, открыть счет, составить устав и зарегистрироваться в налоговом агентстве. Рассмотрим необходимые документы. Это копия заграничного паспорта, копия свидетельства ИНН, справка о несудимости с апостилем, копия внутреннего паспорта, копия свидетельства ИНН в Словении, справка об отсутствии налоговой задолженности с апостилем. Теперь выделим несколько шагов, которые нужно предпринять для регистрации своего бизнеса в Словении. Это принятие решения, выбор юридического лица, резервирование фирменного имени. Далее, открытие корпоративного счета в банке с внесением уставного капитала, составление устава, заверение документов у нотариуса и регистрация в налоговом агентстве. Здесь важно отметить, что устав или учредительный акт имеют первостепенное значение. В них закрепляется название, юридический адрес, структура, сведения об акциях, капитале и участниках. Не менее важно для учредителей или директоров из других государств зарегистрироваться в реестре и получить налоговый номер, поскольку фирма должна отчислять налоги в соответствии с государственным законодательством в Словении. Друзья, за более подробной информацией обращайтесь к специалистам нашей компании.